Тренируют боевиков на этой базе американские советники. Если не принять меры, то к концу года наши потери возрастут многократно. И что вы предлагаете? Ударить по Пакистану при сегодняшней международной обстановке? Наземную спецоперацию. Обстановка не пострадает. При такой операции нужны точные разведданные. Будут. У меня есть человек. Офицер ГРУ шарится по садам, да еще и попался. Ты отстранен? Был. Мне ты нужен живой. Этот твой Колесов всех угробить готов. Он сына родного в пекло отправил. Значит, по легенде, я раб. Попал в плен год назад. Неделя на подготовку, не меньше. Вы издеваетесь? Тут да и оно. Не видно, чтоб издевались. Ни мозоли, ни синяков. Справа кто? Да это местный. Из уважения к народной армии пригласили. Ну вот с ним и пойдем. Спятил? Твоя задача – перейти через перевал в Пакистан. Там добираешься до крепости в Бадабере. Нам туда ходи. Собираешь данные о работе американских инструкторов в лагере и сразу назад. Джонери! Руком шо! Эй, ты что там делаешь? Говори, где фотоаппарат, или я тебя прирежу, как грязную собаку. Знаешь, что это? Жетоны. Офицерские. Знаешь, чей это? Русских много в крепость привозят. Но они недолго там живут. План меняется. Мне надо попасть в крепость. Что? Бадабер? Нужно бежать! Сейчас бежать! Если эта самодеятельность еще раз повторится... Там, на передовой, без самодеятельности никак. Эй! Чисти! Кто там? Живота на парте работает! Вы двое идите в грибной яме. Thank you.
Давай. Пошли. Работа есть. Слушай, братец Амир, я за 5000 хочу яичницу с помидорами. Только крышкой не накрывай. Я этого не люблю. Идем быстрее. Он тебя сейчас продать. В Портабе продать. Это я его купить. Жди. Сегодня уходить. Художка, ну, где ты, собака? Послушайте, вы всего месяц здесь живете, уже всех замучили. Мне что, мужа позвать? Это кого? Этого замухрышку, что ли, в трениках? Зови. Ну и где он? Ты лучше меня позови, дуреха. В раз подобреешь. Что? Мы все в крепость идем. Ты чего радуешься? Тебе говорю, иди сюда. Что у тебя там? Чидори. Проходи. Эй, грязное животное. Эй, пошел. Давай, давай. Быстрее. А ты что стоишь? Давай, работа. Как скажешь, братья. Вода где? Какой вода? Салом! Азиз, стой, идем, и в пошу. Азиз, стой здесь, я сейчас приду. Субтитры сделал DimaTorzok.
Амир, они, похоже, вообще бумагой не пользуются. Я тебя пошутить хотел. Солому где взять? Ты у нас вроде как по-русски не понимаешь, да? Солома, якши. Солома, барма. Тупой ты, Иша. Вот это говори. И чорум до вас? И чорум до вас? И чорум до вас? И да, чорум вас? Наших много тут. Слышь ты. Что бобры возводят крепости бугры. Ты кто такой? Да я от института ваш колхоз. Шерской помощью. Прикрой. Я вопрос тебе задал. Ты кто? Тебе какое дело? Сказали институт, значит институт. Понял. Дерьмо твое, Рарат, играть не умеешь! Успокоились! Бардак, чемпион! Пошел! Отставить! Что? Что? Хомушам! Где, который тут был? Где? Эй! Эй! Эй, шуави! Эй! Стой, ты, русский! Стой! Стой! Стой, кто такой?
Кто такой, а? Я работаю в туалете, вон мой хозяин, пожалуйста. Эй, не калечьте его, не калечьте, это мой раб. Эй, это мой раб. Это мой раб. Мой раб, почему он ходит тут? Не стреляйте, только не стреляйте. Это мой раб, это мой раб. Я пошел за столом и вижу, пацан погибает на тачке небес. Молчать! У меня документ есть, у меня документ есть. Что здесь происходит? Это его раб. Ходит здесь везде. Уважаемый, у меня есть документ. Вот. Как он прошел сюда? Туалет чистит? Вставай! Гоните их вон! Сейчас, сейчас! Пошел, пошел! Туалет пусть пленные чистят! Извините, извините! Данной разведки в течение суток. Красивая игрушка! Красивая. Я надеюсь, мы не зря прилетели. То есть? Говорят, там Никитин. Он нам работу оставит? У него четкие инструкции, сбор данных. А. Ну, если четкие, то да. Ты что такой злой? Подумаешь, по шее получил. У нас в школе один второгодник. Ты меня! Сейчас! 10 тысяч должен! Еще 5 за 5-7! Если сегодня деньги не будет, завтра утром ты будешь на куски порезан, не яма, вместе с говном там лежать! Губу закатай, деньги свои получишь завтра, 6 тысяч, и ни копейкой больше! Я тогда сейчас в крепость пойду! Давай! Ты меня когда в крепость провел, такой шухер поднялся! А теперь иди и скажи, что я русский разведчик! Давай! Нет, Амир, если нас резать будут, то только вместе. И перстень твой, кусок дерьма, бижутерия. Шайтан! Шайтан! Где он? В каком он доме? Вот он. Вот он. Ты вчера купил гранату. Где она теперь? Отвечай. Отвечай. Вам даст гранату? Спас! Спас! Спас!
Девушки, телефончики не дадите? Вот и славно. Слава Богу, бродар. Скажи нам, брат, куда ты дел гранату? Потерял. Что там у тебя? Ура, бабайся! Подойди, животное. Сейчас. Что это? Я спрашиваю, что это? Цел? Себя пытаешь ты? Пытали? Знаешь, где граната, которую купить? Чего ж ты молчал? Чудак, человек. Сказал бы, что мне отдал. Я тебя предатель? Ты меня герой. Поэтому знаешь что? Вот тебе пленки. Дуй в Афган. Пленки передашь нашим. Скажешь, что для генерала Колесова. Помнишь генерала? Ты не один. Ты не ходить со мной. А мир тебя продать. 5000 взять, потом опять. Нет, мужик. Ты за меня не беспокойся. Это часть плана. С Амиром я разберусь. Ты, главное, пленки передай, хорошо? Дочку как зовут? Наргиз. Красиво. Сидись во враге. Потом к той границе. Там тебя встретят наши, понял? До темноты меня найти. Я уходить сейчас на шахри. Возьми, пригодится. Там меня не ждать. Да ты настоящий разведчик. Давай. Давай, 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 Ну что, весна, готовы? Ух ты! Ты смотри, мухи, ПГшки, карманная артиллерия, нормально? Ночная оптика не хуже швейцарской. А ты что, пользовался швейцарской? Наслышан. У нас во дворце пионеров кружок астрономии был. Ну что, основательно выпадать? Наша задача – уничтожить базу противника, что разведка.
Сейчас выдвигаемся к границе. Встречай. Вот. Вот он. Это Аром! Абла! Сагбача! Что происходит? Амир! Что они хотят, Амир? Амир! Что происходит? Чабьё, айво! Чей! Она, ёпта! Нашёл! Кто вам, Адёша? Чё за дела, мужик? Ты у них самый умный, да? Мужик! Электробритва. Дондо с переключателем на 127 на 220. Все, словарный запас закончился. Пополнен! Тащите его! Тащите, я сказал! Амир! Амир! Скажи им, чтоб только не в крепость, Амир! Скажи им, чтоб только не в крепость! Уберите его отсюда! Аскунджасти. Ты откуда? Аскунджасти. Ты не из Манора? Азманор. Из Манора. Дохтанки Азмадор. Говорят, многие из Маноры пошли в армию новой власти. Чей ты сын? Я спросил, чей ты сын? Слезай. Грязный шаг хочет уйти в Афганистан. Ты офицер разведки? Какой из меня офицер? Я пленный. Куда повели, туда и пошел. Сюрпер Асбаруя Аскар Будан. Хочешь сказать, ты простой солдат? Не староват ли? Я сверхсрочник. Звони моей старшине. Пошел в кишлак за сигаретами. Там меня и поймай. Поворачивай! Поворачивай! Давай на перехват! По лошади, он нам живым нужен. Еще больнее. Нет. По себе знаешь. Сколько ты здесь? Год? Три? Пять. Как в Афган вошли, нас на третий день накрыли. Три года в яме, и ни одна сволочь нас. Эй! Не говори с ним по-русски. Home, sir.
Не стрелять! У него нет патронов! Брат! Остановись! Мы тебя не убьем! Только поговорим! Стой! Стой! Они знают, что ты офицер разведки. Они все про тебя знают. Я звоню по ручке. Черт возьми, спрятал. Забыл где. Все равно не знаю. Не знаю. Товарищ генерал, Никитина не было. Границу переходить мы не стали. Что там с ним, не знаю. Вот сукин сын, а. Молодец. Ты глянь, ты глянь. А это? Здесь посмотри. Подождите, что? Это наши пленные? Там, в батарее! Товарищ генерал. Жив. Он там. Они там. Готовность 15 минут. Так точно. Не просто в форме. Занятия проводят. Крупным планом крупнее не бывает. Да, но счет идет на часы. Разрешите хотя бы. Да. Есть. Товарищ генерал, мы готовы выдвинуться через 5 минут. Разрешите мне с ними в прикрытие. Приказано явиться на доклад в Москву. Как доклад? Какой еще доклад? Подробный. Ничего. К
рассвету, надеюсь, я вернусь. Мужики, у вас что-нибудь есть? Что? Ну, и на перерыв какой-нибудь. Устали, пойди со мной. Повторяю вопрос. С каким заданием ты заброшен в Бадабер? Такого вопроса не было. Фамилию спрашивали. Звание. Задание у меня простое. Увидеть агента Терва Моргана. Когда он приедет сюда с инспекцией. Моргана? Убить агента ЦРУ? Ты что, дурак? У вас есть свой Морган? Говорит, прибыл сюда, чтобы убить агента Моргана. Убью шакала. Нельзя. Американцам нужен живой офицер. Ваша идея. Решение принимал не я. Как связаться с маршалом? Чиновник. Война войной, обед по расписанию. Но завтра на приеме с утра вы первый. Мы с вами. Утром. Там наши люди помощи ждут. Я в курсе. Сколько их? 10 человек? 15? А сколько погибнет при штурме? А сколько жизней мы сохраним, уничтожив этот гадюшник? Согласен. Вопрос очень серьезный. И решать его не нам. Как же легко быть штабным. Выполнять чужие приказы. Никакой ответственности. Совесть по ночам не беспокоит. Как легко вам, оперативникам, шашками махать. Да если бы это касалось только моей жизни, я бы завтра пошел этот Бадабер бомбить. Но здесь мы распоряжаемся миллионами чужих жизней. И это куда важнее. Крысы штабные. В аэропорт? Нет. Домой? Нет. В Давыдково. Ты говоришь по-английски? Yes, of course. Да, конечно. Толку-то? Мудрый. У нас есть переводчик. I don't speak English. Говорю я по-английски. Говорю. But not with you. Но только не с тобой. You have no rights. У тебя ни полномочий, ни мозгов на переговоры не хватит. Я офицер армии США. Я знаю, кто ты. Мелкая сошка. Беги. Позвони взрослым. Доложи, что тебе удалось задержать капитана ГРУ СССР, который согласен на вербовку. Не сомневайся, тебя похвалят. Сложный случай.
Бой отбора из... Я свяжусь с руководством. А с ним что делать? Посадите его к остальным. Успело стемнеть. Первый пошел. Жив он, жив. Чаю? Нет, нет, я на минутку. Вы слышали? В новом цирке программа новая. Вы скажите, что нужно уйти завтра из дома? Нет, нет. Как раз наоборот. Я хотел попросить вас не отлучаться из дома. Если вам нужны продукты или еще что-то... Буду дома. И телефон не занимайте. Он может связаться с вами. Хорошо. Почему со мной, а не с вами? Он должен был выполнить задачу и вернуться, но принял решение. Я не могу... посвятить вас в детали, но отрабатывался вариант, при котором он может вам позвонить. Тише, ну. Ну что ты, а? Ты жена разведчика. Пусть только вернется. Да вернется. Ну, конечно, вернется. Пусть только вернется, я с ним сразу же разведусь. Ну, ну что ты, голубушка? Ну, что с тобой, а? Я не знаю. Я чувствую, что что-то не то. Мне все, все валится из рук, все бьется. Еще сосед этот. Скажите, вы его вытащите. Я сделаю все, чтобы его вытащить. Мы все сделаем все, чтобы его вытащить. Быстро же ты управился. Говорят, Никитин на задание опять в штопор ушел. Что ты сейчас сказал? Слухи, говорю, ходят. Ты где работаешь? Какие еще слухи? Ты что вообще себе... Ты что, специально меня подначиваешь? Ну, на вас лица нет. Разве можно так все в себе? Ты теперь у нас великий психолог. Так ведь легче стало. Не особенно. Домой? Кто к нам в гости пришел? Даже так? Ты гнида! Чтобы я с этой самой минуты больше не слышал о том, что ты обидел или даже побеспокоил эту женщину. Я ошибаю. Больше не повторится. Отпустила? Полегчало. Теперь домой? Теперь да.
Живи. Пока доберешься.